января 2020 года по инициативе Министерства транспорта Республики Узбекистан и при партнерстве с Ускарт и Алохабанк на общественном транспорте города Ташкент внедряется автоматизированная система оплаты проезда на общественном транспорте. Теперь вы сможете оплачивать проезд в общественном наземном и подземном транспорте, используя специальные транспортные карты и банковские карты Ускарт и Тхумо с бесконтактной технологией NFC. Вам больше не надо стоять в очередях, возиться с мелочью. В автобусах установлены специальные валидаторы для оплаты проезда. Кондукторы снабжены POS-терминалами. Кроме того, во всех станциях метро установлены специальные турникеты для упрощения и ускорения процесса оплаты за проезд. Приобрести транспортные карты вы можете в пунктах реализации транспортных карточек, в кассах метрополитена и у кондукторов надземных транспортов, а также в филиалах банка Алохабанк и мобильного оператора Ucell. А также дальнейшее пополнение карты вы можете осуществить через мобильное приложение единого оператора, платежных приложениях MyUzCard, PayMe, Клик и в пунктах приема оплаты Paynet, а также через сеть информационных платежных терминалов самообслуживания – инфокиоски. Ощутите все преимущества автоматизированной системы оплаты на общественном транспорте.